Сегодня у меня такая большая относительно посылочка. Перед нами же коробка. А тут вот такие две коробочки. Маленькая и большая. Маленький насос, большой. Такой матрас, он для трехместной палатки. А вот такой насос, он очень легкий, пластмассовый. Дело в том, что у меня мой предыдущий матрас, он стал спускать совсем, его даже не накачать, не найти дырку. Если у одноместного я дырку нашел спокойно, то у этого у меня не получилось. Там у меня было. Обнаружил только одно отверстие для... Оцените, какой он большой. Вот это матрасище. Кстати, он больше... По нему можно спать, ну как кровать. Смотрите, какой он толстый. И реально вот... Он не прогибается. Стоит несколько дней. Я посмотрим, спустит он или нет. Ну, вообще шикарный. Запаха от него практически нет. Все, прошла неделя. Он не особо сдулся, в принципе. Даже вообще